Селекционно-семеноводческая компания «Поиск» предлагает сорт белокочанной капусты «Московская поздняя». Это один из лучших сортов для квашения. Обладает повышенной устойчивостью к киле и является позднеспелым сортом. Период от высадки рассады до уборки урожая до 145 дней. Качан округлый и округло-плоский, плотной массой до 4,5 кг доходит. Рекомендуется для использования в свежем виде и для квашения. Номер партии 6. Количество семян в упаковке 0,5 грамм, плюс-минус 9%. Ноль 68 грамм.